Сегодня ночью и завтра днем в Волгоградской области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем в среду без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. По области ночью в пределах 5 градусов мороза, а завтра днем до плюс 7. В Волгограде облачно с прояснениями. Этой ночью небольшие осадки. Ветер северо-восточного направления 6-11 метров в секунду. Этой ночью минус 3, завтра днем плюс 8. Пока это все вести. Далее программа «60 минут». Спасибо, что были с нами. До встречи.